отходя на Рапанинск с флангов, части генерала Ефремова вынудили немцев оставить город. В дни генерального гитлеровского наступления на Москву враг был остановлен у реки Нара. 2 месяца Нарафаминск был местом ожесточенных боев. Саперы тщательно разыскивают мины, чтобы покинувшее город население могло вернуться обратно. Уходя, фашисты заминировали все улицы и входы в здания. В бессильной злобе варвары разрушили город. Взорвали текстильную фабрику. За все это мы сочтемся с гитлеровским зверьем, истребляя его беспощадно.